Друзья, приветствую всех на канале Есть Поесть, и сегодня делюсь рецептом великолепной выпечки к чаю. Пеку конвертики из творожного теста с яблочной начинкой. И так как очень люблю тыкву, и ее немного добавлю в начинку. Выпечка получается очень вкусной, с насыщенным сливочным вкусом. А список ингредиентов, как обычно, открывайте под описанием к видео или смотрите в комментариях. Все делается быстро. В чашу измельчителя кладу творог и сахар, соль и ванильный сахар, холодное сливочное масло, для удобства резанное кубиками, одно яйцо. Доведу все до однородности. Кстати, творог подойдет любой жирности, у меня 5%. Высыпаю сюда примерно половину муки, добавляю разрыхлитель и размешиваю. Частью оставшейся муки подпыляю стол и выкладываю тесто. Остальную муку высыпаю сверху и замешу руками. Делать это нужно недолго. Тесто при этом должно оставаться мягким и нежным, не забитым мукой, поэтому контролируйте добавление сами. Ее количество может зависеть от степени влажности творога. Кладу тесто в пакет и убираю в холодильник минут на 20-25. Для начинки мелко порезала яблоки и добавляю тертую на крупной терке тыкву. Если не любите, не добавляйте. Кладу сахар, ванильный сахар и корицу и немного крахмала. Я использую кукурузный. Все тщательно перемешиваю. Тесто делю на 6 частей и для удобства скатываю шарики. Далее раскатываю каждый шарик в лепешку толщиной примерно 3 мм. Разрезаю на 4 части и делаю такие надрезы с двух сторон треугольника. Друзья, на моем канале вы можете найти и другие рецепты выпечки из творожного теста, а также выпечки с яблоками. Далее на каждый треугольник выкладываю примерно столовую ложку начинки и заворачиваю тесто следующим образом, каждый уголок к середине внахлёст. В итоге получается такой своеобразный конвертик. Отмечу, что в начинку можно добавить орехи, а также вместо свежих яблок использовать какой-нибудь густой джем или повидло. Выкладываю конвертики на противень и отправляю в разогретую до 190 градусов духовку минут на 20-25, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Затем даю слегка остыть и посыпаю сахарной пудрой. Великолепная выпечка с насыщенным сливочным вкусом и ароматом готова. Тесто получается хрустящим и рассыпчатым снаружи и нежным внутри. Обязательно испеките. И если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк, а также подписывайтесь на канал Есть Поесть. Впереди еще много интересных рецептов. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.